Здоровые громадяки, вас приветствует канал Too Many Games, у микрофона Джейсон, и сейчас мы с вами будем смотреть на Blue Estate, шутер от первого лица от Виктора Клвачева. Доступно в PS Store демо уровень, это рельсовый шутер, в котором нам предстоит целиться путем перемещение геймпада в пространстве. Своеобразное такое управление придает некую изюминку этому шутану. Давайте запустим и посмотрим, что нам покажут. При желании вы, конечно, можете открыть полную игру, заплатив энное количество денег. Игра выглядит визуально довольно неплохо. И даже нотки черного юмора присутствуют в этой игре. Своеобразный экран загрузки. И нам угрожает, если мы не заплатим денег за эту игру, то, возможно, нас найдут и накажут. Это все шутки-шуточки от разработчиков. Заставки прорисованы. Это довольно забавно. Забавно выглядит. Она пришла в мой офис. Я даже растерялся немного. Как я могу называть тебя? Cherry Pops. Leaving Cherry with a broken heart and the kind of deep aching void only a good private can fill. And the closer I got to my client Cherry, the deeper the mystery got. See, Cherry danced at a mobbed up Sunset Strip joint called the Smoking Barrel, and her boss, Tony, was the one and only son of Don Luciano. Capo de Tutti. Tutti de Capi de Tutti Frutti Capo de what, he was the West Coast Cosa Nostra boss. And she was freaking bad. Sorry, where was I? Oh right. Anyway. Turned out Cherry's massive pendulous skills had come to the attention of Kim Bong and Jim Bong Sik, proprietors of an even shadier LA flesh palace known as the Twin Dragon. So when the Smoke and Barrel's top stripper disappeared one night, Tony Luciano knew just where to look. В общем, какие-то разборки проходят между итальянской и японской мафией, и Тони будет разбираться со сложившейся ситуацией. Как раз за Тони Лучано мы и будем сейчас играть. Какие-то терки у них там начались. И нам предстоит это все разрулить путем убивания, убиения всех. Tell them loopy twins you work for that I'm here for what's mine. Oh, did you hear me? Я пришел за тем, что мое, говорит Тони. Приведи мне Cherry Pops, или я всех порешу. И тут же он получает по морде. А Тони нравилось не задавать вопросы, а в основном только стрелять. Бум! Бум! Волосы падают нам на глаза. У нас полно-полно патронов. Они, в принципе, бесконечны у нашего дезерта. Хей! Вот этот желтый круг. Это предупреждение о том, что вас начнет вот-вот стрелять этот чувачело. Так что его лучше в первую очередь нейтрализовать. Зачем ты отвернул голову?
Ну, пока идет разогрев, дальше все будет веселее. The Twin Dragons' main attraction was their famous mermaid show, but their star girl, Princess Neptuna, had run off with what she hoped was a prince. Anyway, the club was open only to its armed employees while they auditioned a new girl, and the auditions were tanking. Берта Ковальски. Не лучший пловец. All right, you weirdo creeps. I want to see all your gun permits. Slow motion сцены. Когда в нас что-то кидают, мы можем это отбросить назад. Сейчас нам, возможно, даже продемонстрируют. Нет, я рано об этом заговорил. Судя по всему, в нас пока кидать ничего не собирается. Вот уже нас бодрят сопроводительным музончиком. Наконец-то нам показывают, что мы можем укрываться той же самой кнопкой, что мы и перезаряжаемся. Бум. Бум-бум-бум. На-нах. Готово. Ну, довольно быстро оно это перезаряжает, что меня очень радует. Новичок, как обычно, не вовремя. Хоп. Эх, тут можно было же... Можно было пригнуться. Охренеть, вас что так много-то? Фак! Все вроде. Еле-еле. Волосы надо зачесать назад. Или успел. Скажете, что это недостаточно быстро, но вы попробовали бы повертеть так геймпад, еще и прицелиться в кого-либо. Уверяю вас, это не так просто. Их слишком много. Значок slow motion. Все, и все легли. Ну все уже. Ну на этом еще не конец. Еще далеко не конец. Пошуми, Джерри, чтобы я знал, где тебя искать. Now I'm getting steam. Жалко, мозги не остаются на стене. Так было бы еще круче. At least this dump has a bar. Вот он, кидает в меня какой-то шняжкой, и мы можем ее отбросить назад. Жалко только он не загорается. Ай, черт, он попал в меня. Фак! Как не вовремя.
Теперь следующий раунд за мной, говорит Тони. Вот смешно даже выглядит. Они нарисовались и в упор не могут попасть в главного героя. Давай, бери уже. What's up? What's up? И новый вебан. Дробовичок. Заряженный. Бум. Бум. Причем рага у него довольно-таки высока. Бам, бам, бам. Рубовик, конечно, доставляет. Все улетели. Тебя я не видел. Извини. Лучше отдайте то, что мое, или я убью вас всех одного за другим. Да, вам лучше, говорит, убраться в этом месте, чтобы оно было... Оп, закройся. Чтобы оно было с мокрым полом. Охренеть. О, извини, чувак. А, фак, 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 фак. Моя ошибка. Поскользнулся снова. Жалко, музыки больше нет. Музыка все-таки скрашивает наше пребывание здесь. Зато птичка есть. ХП снова полная. А, мы, говорит, отключили. Отключили запах, чтобы вам было комфортно. А тут главный герой жалуется, что здесь воняет. Бам-бам-бам. Ну как же так? Так. Headshot. Какого хрена, мужик? Мы так не договаривались. Фу, отлично. Это место мои последние нервы уничтожит. Жалуется Тони, я его, в принципе, поддерживаю. Так, здравствуй. Патроны кончаются. Осталось всего 3 штучки. Все, кончились патроны. Айт, назад. Ха-ха-ха-ха. Неудачник. Хачет. Slow motion. Я еще и успел челку поднять. Успел я патрон? Да, успел. Фак, 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 фак. Далеко, чувак, не могу в тебя попасть. Эй. Привет, красавица. I got bigger fish to fry right now.
Держи, говорит, голову наверху, у меня... Я сейчас занят другой рыбкой. Уга. Так, много в молоко уходит патронов. Эй, куда же ты полез? Все, с этими закончили. Ну, на это даже не стоило, мне кажется, тратить slow motion всего-то на троих человечков. Вот и билетик. Вы думаете, вы сможете остановить Тони Лучиано? Да, они так думают. Безумные ребята с мачете. Можно еще по морде вот так вот съездить. Все вроде. She can't be down here. Cherry's strictly VIP. Tony was his father's biggest shame. Dim-witted, loud-mouthed, and hot-headed. He burned every bridge he crossed and a few for his family. But next to the Sick brothers, Tony was an angel from above. Ну, из шести братьев Тони был просто ангелом. Well, I never went to one of them fancy lifeguard schools, but if you want out... I can get you out. Если хочешь выбраться, я могу тебе помочь. И на этом заканчивается демонстрационная версия. Нам предлагают открыть полную игру, за что нам дадут еще больше харизматичных героев, еще больше вооружения, еще больше противников. В общем, гораздо больше всяческих штучек. А это был Blue Estate от Виктора Колвачева, доступен в Play Store. Всем удачи и пока, с вами был Джейсон, канал True Mania Games, игра от настоящих маньяков, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям, заходите в описание, там полно интересных ссылок, бай-бай. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, то подпишись на игровой канал True Mania Games и посети паблик TM Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Mania Games. Игры от настоящих маньяков.